На холсте «Мазок за мазком» появляется Керченская набережная. Море его очень любит художница. Вдохновить способна только красота, считает Евгения Тулей. А ее можно найти где угодно. Главное – хотеть видеть. Самое главное – красота. А красота, она, ее просто надо увидеть. Вроде бы казалось, идешь, не видишь, а потом повернулся, смотришь, а оно красиво. Ну как еще ж? Евгения Тулей родом не из Керчи, но город считает практически родным. Тут она провела детство и юность, закончила школу имени Володи Дубинина. Вдохновленная историей своего народа, она развивала дар художника, изображая героические моменты прошлого. Закончив Керчи судомеханический техникум, Евгения Николаевна окончательно утвердилась во мнении, что хочет посвятить себя живописи. И отправилась в Санкт-Петербург, в знаменитую Академию художеств. Там ей открылись техники старых мастеров. Она делала копии картин в Эрмитаже, писала оригинальные работы. В 2005 году она участвовала в юбилейной выставке в картинной галерее в Керчи. С Керчью меня связывает моя жизнь. Я очень люблю Керчь. Я сама живу в Ленинграде. Училась там. У меня очень были хорошие учителя. Много изучала живопись старых мастеров. Это лето Евгения Николаевна посвятит этюдам, керченским улочкам. А на следующий год готовит новую выставку, которую непременно увидят керчане. Сейчас готовлю выставку большую. Но я не скажу, какую пока.